Столько рыбы, наверное, нет нигде у нас в России, сколько находится ее именно там. Мы нашли обжитую корягу, только я так не мог понять такое количество рыбы. Тяжело даже себе представить. Я раньше там никогда не был в низовьях, и в связи с тем, что, во-первых, там мне предстояли отборы с Василием Васильевичем, выбрал немного времени и поехал на рыбалку. Столько рыбы, наверное, нет нигде у нас в России, сколько находится ее именно там. Мы очень много катались, видели в приборы очень много рыбы и взяли с собой подводную камеру для того, чтобы, ну, во-первых, посмотреть подводный мир, потому что камера для меня была новая, мы ее хотели потестировать. Шли сейчас на катере, увидели структуру рыбу на 1,5 метрах. Решили посмотреть, что это за рыба, потому что показалось, что это судак. Заглянули в камеру, и на самом деле это оказались судаки. Там плавают судак, плавает густера и плавают жереха. Уходим на большую глубину, тут уже нет ничего. Рыба стоит, как ни странно, на 1,5 метрах. Но это весна, что делать? Весной всякое бывает. Надо все места проверять. Сейчас попробуем, значит, встать, половить их. Может, клюнут? Астраханский судачок. Давайте быстрее отпустим его. Пускай плывет. Давай, стартуй. Там, где мы видели рыбу и отпускали камеру, и также убеждались, что рыба есть, есть судаки, мы останавливались, пробовали ловить, и у нас, в принципе, это успешно получалось, за исключением того, что мы так и не смогли найти достаточно крупную рыбу, то есть трофейную рыбу в нашем понятии. Спортивный.
не рыбинские, астраханские обычные судачки. Довольно-таки много ездили, искали. Потом я решил попробовать найти корягу какую-то обжитую, и это нам удалось. Мы нашли обжитую корягу, только я так не мог понять, что это за рыба стоит. Я такого количества рыбы тяжело даже себе представить. Это была коряга примерно высотой, наверное, 5 метров, и за ней стояло большое-большое облако, довольно-таки крупная рыба. Мы встали, я думал, там все-таки ж есть какое-то количество судака. Но, к сожалению, это оказался все жерех, который не давал ни приманки ни падать, ни проходить мимо. Зачастую рыба багрилась. Мы меняли как бы приманки, меняли оснащение, то есть убирал я двойники, чтобы меньше рыба багрилась. Потому что ну, багрить неинтересно, к сожалению, рыбу. Это двойничок называется картина. Как ни странно, но жерех клюнул на резину. Хотя его обычно ловят на Космастер, на какие-нибудь пилькеры, еще что-то. Но этот был не прочь съесть резину 12 сантиметров. Пускай плывет домой, обжора. Уплыл! Я сейчас снастил приманку офсетом. Для 10-сантиметровой мы используем номер крючка 5.0. Для 12-сантиметровой 6.0. Для 8-сантиметровой, наверное, лучше всего подойдет 4.0 крючок. Сейчас попробуем. Кто-то там, кто же там, кто же, это там. И это опять жерех. Жорехи. Потрясешь, да клюнет. Потрясешь, да клюнет. Плыви домой.
В данном месте нам удалось как раз потестить, это буквально с одной постановки, все удочки, которые я с собой брал. Начнем, наверное, с терминатора. Терминатор, ну, он остался таким же звонким, таким же легким, эстетичным. То есть это, ну, удочка такая для ловли, вот как раз, наверное, в закоряжных местах, там, где рыбе нельзя давать никакой слабинки, то есть ее надо максимально быстро извлечь. А вот то, что касается скайнлайна, эта удочка как раз, наверное, превзошла такие мои ожидания. То есть эта удочка, ну, она очень быстрая, это раз. Очень звонкая, это два. Она легкая на самом деле, то есть это три. С удилищем, терминаторами мне все было понятно еще до поездки, что они останутся в моем арсенале. Но теперь у меня в арсенале еще будет удочка Skyline, это будет обязательно. Всем счастливых рыбалок, хороших трофеев. Пока.